Один из российских сайтов сообщил нам сегодня утром о трагической новости. Многие из нас являются большими фанатами и поклонниками российского актера Максима Аверина. В данной новости говорится, что сегодня рано утром Максим Аверин был доставлен в тяжелом состоянии в одну из больниц города, где сейчас и находится. Информации было очень мало, никто ничего не хотел нам рассказывать, но мы провели собственное расследование и все-таки выяснили, что же на самом деле случилось с Максимом. Как оказалось, Максим находился с друзьями на подмосковной даче. Они посидели, отдохнули и решили искупаться в большом бассейне. С мостика Максим Аверин прыгнул в бассейн, где ему стало плохо и он потерял сознание. Друзья это поняли не сразу, только увидели, когда Максим всплыл на воде спиной кверху. Они сразу же вытащили Максима из воды и начали оказывать ему медицинскую помощь. Он еле пришел в себя, и они решили вызвать скорую. Скорая приехала очень быстро и забрала Максима Аверина в больницу. Сейчас он в больнице проходит обследование. Ему помогают лучшие врачи. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо, его здоровью ничего не будет угрожать. Давайте, друзья, поддержим Максима Аверина. Хочется, чтобы у него все было хорошо. Мы с вами не прощаемся, лишь говорим вам до скорых встреч на нашем YouTube-канале.